Якутяне выходят на лед, не задумываясь о последствиях. На водных объектах республики идет процесс устойчивого ледообразования. Но некоторые нерадивые граждане, игнорируя предупреждения, рискуя своей жизнью и жизнью других людей, выезжают и выходят на лед, не задумываясь о том, что это может привести к трагическим последствиям. Сегодня в акватории реки Лены близ Якутска прошел очередной совместный рейд МЧС, ГИБДД и административной комиссии. Автомобилисты, нарушая все правила, начали ездить по проторенным путям судов на воздушной подушке, создавая аварийные ситуации. В результате рейда были выявлены десятки нарушителей. Вот такие несанкционированные выезды на лед по маршруту, где идет движение судов на воздушной подушке, очень чреватые происшествия. Могут быть столкновения, гибель, увечья, порча имущества. И такие нерадивые водители автотранспортных средств создают очень большую реальную угрозу жизни и здоровья как себя, так своих пассажиров, так и пассажиров на судах на воздушной подушке. Поэтому сегодня проводится такой рейд сотрудников Госморечнадзора, инспекции портового контроля, ГИМС МЧС, административной комиссии и представителей средств массовой информации.